Сегодня 13 сентября 2020 года. В Забайкалье выборы, день выборов. Выбирают глав нескольких районов, выбирают глав поселений, выбирают муниципальных депутатов, то есть депутатов райсоветов, депутатов сельских советов. Наши репортерские группы «Вечерки» работают по всему региону. Вот конкретно наша, я с Серегой, мы едем в село Оленгуй Читинского района. Но фишка в том, там выбирают главу поселения. Но фишка в том, чтобы попасть в это село Читинского района, нам надо выехать в Карымский район, проехать почти до Дульдургинского, свернуть в тайгу, и тогда мы упремся в этот Оленгуй. В это поселение входит село Оленгуй и входит село Сыпчигур. Ну, поехали, посмотрим, как там происходят выборы.